Привет, Бенгуалюк. Привет, Линус, привет. Тебя твой приятель искал. Кто, Томас? Ага. Сказал, что разгрузка вагонов сегодня отменяется. Прекрасно. Звонил тебе домой, но не застал. Да? Просил зайти к Витасу. Хорошо. Он там. Так зайдешь в мастерскую? Что новенького в мире? Я спрашиваю, ты придешь к Витасу? Только ради тебя. Привет. Слушай. Опять? Да понимаешь, я тут с Ритой. А, уже с Ритой. Сколько? 23 копейки. Только-то. Держи. Спасибо. Да не за что. Я сяду здесь, с вашего позволения. Что, не нравлюсь? Да нет, а чего ж? Ты удивительная прелесть. То есть? Увидеть и умереть? Сам знаю. Таким меня выковал труд. Да, да, да. Ты работаешь? А что, разве не видно? Как тебе сказать? Да, крошки, тружусь в поте лица. И если сейчас не заглотну чего-нибудь, то сдохну на ваших глазах, таких очаровательных. Извините. Как его зовут, не помнишь? Нет, он учился в нашей школе, а сейчас в институте на втором курсе. Тружусь. Маменькин сынок, как и все они. Угощайтесь. Спасибо, неудобно объедать голодного работягу. Хотите сфотографироваться? У фирменного мастера. Могу устроить. Хотя мы не знакомы. Разве? Это ужасно, но я считаю, еще не поздно. Это Рута, а я Аукса. А меня зовут? Линус. Откуда вы знаете? Разведка донесла. Статялис, свет! Красота – вот единственная истина, которая существует на Земле. Как говорил поэт Брук... Подождите, а я? Нажимай, Витас. Готово? Присядем. Прояви быстренько. Что это за нимфы? Линус привел. Классные девочки. Чай в доме есть или будем пить проявитель? Есть. Отлично. Хочешь увидеть себя на выставке? У меня родители строгие. А ты бы хотела, Рута? Да я вообще не понимаю, зачем все это. О, я тоже самое толкую. Витасу, женщина в одежде привлекательнее. В ней больше тайны, а он говорит искусство. Я не то имела в виду. Не то? Позвольте пригласить вас обеих на вальс. Конечно, пожалуйста. Пошли. Ты каждый день ешь булочки в том кафе? Да, кроме вторника и пятницы. А в эти дни где бываешь? В лаборатории. Что ты там делаешь? Помогаю отцу. А кто он? Ученый, Нормакс. Проректор нашего института? Так значит, ты студент? Ну да, студент. И вот Томас тоже студент. Но мы подрабатываем иногда вместо лекций. А профессор Нарвилус преподает вам? Нет, мы механики, а он зоолог. А, механики? Он власть. Да, он строгий. Встретились как-то две вороны. Одна ворона и другая. И это говорит этой. Ну-ка, скажи мне, кар? Кар. Тьфу, ха-ха-ха, тьфу-тьфу. Хочешь, покажу, как сначала ничего нет, а потом вдруг раз и есть. А как это? Показать?
давай. Куда это они ушли? В лабораторию. Послушай, а ты как отцу помогаешь? Данные собираю. А он у тебя каких зверей изучает? Всяких. Но больше всего он любит изучать хищников. Тигров, гепардов, пантер. У него страсть к хищникам. Меня зоология никогда не привлекала. Чтобы чем-нибудь увлечься, нужно сначала кое-что об этом узнать. А где ты бываешь чаще всего? Чаще в разных местах. В библиотеке, например. А почему они не возвращаются? Не знаю. Посмотри, что они там делают. Отпусти меня. Слышишь? Перестань. Он уже давно занимается этой проблемой. Экологические условия на Земле изменились. И если не принять меры, то случится так, что многие виды животных исчезнут. Пусти! Жаба волосатая! Ой! Больно! Ромбоциты формируются из мегакариобластов, превосходящих по величине мегацитобласты. При развитии их ядро расширяется и сегментируется. Таким образом, в клетке увеличивается объем цитопласта. Привет, ма. Добрый вечер. Здорово, отец. Ага. Редактор пригласил меня на пару дней к морю. Да. Тебе не интересно? Нет, почему? Интересно. Ты что, с лекцией? Да. Привет, сестричка. Я тебе говорю. Сматывайся отсюда. Какая, слушай, может, лучше себе пожарим, а? Это еще что? Тут есть звери, которых знаешь, чем кормят? Ананасами, апельсинами. Как даже ананасами? Да, всего 80 компонентов. А, здравствуйте. Здравствуйте. Отец сказал верблюдам кондиционеры пока не устанавливать. Идем. Знаешь, кто это? Тюлень. Один из их видов. Опа! Котик. Полигам, у этого бесстыдника на свободе бывают 200 жен. Ого. Опа. А здесь он нуждается в человеческой дружбе. Хороша, да? Знаешь, обезьянам каждый день дают порцию алкоголя. Это входит в их рацион. Уж не коньяка ли? Да ну что ты. Ну, стакан вина того, что называют чернилами, делают из гнилых фруктов. Это очень умные, восприимчивые животные, ужасно похожие на людей. Если они не будут расслабляться, то могут чокнуться за решеткой. Не могу привыкнуть к этому зрелищу. Не надо было тебе это показывать. Птица без крыльев. Самая красивая птица в мире. Старайся забыть то, что ты сейчас видел. Обратная сторона нашей любви к природе. Человек хочет иметь рядом объект своей любви, даже если он за решеткой или у него подрезаны крылья. Ну-ну. Гепарды.
Их держат в вольере. Почти на свободе. Если это можно назвать свободой. Мой отец говорит, что звери, живущие в клетках, редко выводят потомство. В клетках мало пространства. Нет места, чтобы ей убегать, а ему гнаться за ней. И не только за подружкой, но и за добычей. Ну, скажем, за антилопой. Когда антилопа стоит, гепард не нападает на нее. О, идея. Если на этой лестнице мы не покалечим ноги, я тебя поцелую. А если покалечим? Хорошая мысль. Я поцелую сейчас. Ты действительно очень спешишь. Да, мне пора. Завтра встретимся после уроков. За мной приедет отец, не могу. Тогда вечером, да? Хорошо? Я не смогу. Я занята в лабораторию отца. Может, послезавтра, но не обещаю. Ты заходи в кафе. Пока. Бежим отсюда. Ох, Рута, доиграешься ты. Все, о чем может быть разговор? Но, профессор. Нет, вы нет, нет, нет. ТП-6, ПТО-7. Снять противогазы. Разойдись. Ну как? Лучше быть не может. Слушай, старик, я, кажется, погиб. Что? Так безнадежно. Фируфу сегодня увидишь? Да. Поговори с ней. Только она, профессорская дочка, может спасти меня. Больше никто. Декан наотрез отказался. Уперся и ни в какую. А я должен работать. Ты же знаешь мои дела. Конечно, мне что? Я могу перейти на вечерний. Но как же вы тут будете без меня целых 2 года? Пропадем. Дай мне 2 дня. Но одно условие. Тебе придется поухаживать за Ауксы. Я сделаю все, что смогу, но ты сам понимаешь. Милая, все идет своим чередом. Хорошо. Что ты имеешь в виду? Не мечтайте прожить 1 000 000 лет. Помните, все идет по кругу. То есть однообразно. Ну зачем же целый вечер смотреть на одно и то же? Как-то на одно и то же. Я не согласна. Пристегнем и ап. Поцелуем. Молодой и старый, умирая, теряют единственное. Они теряют настоящее. Но человек может утратить только настоящее. Не пей, а. Хорошо, не буду. Вообще-то вкусно. Наконец ты прочел хоть одну книжку. А я думаю, где это мой Марк Аврелий? Да нет, это мое личное мнение. Давайте жить сегодняшним днем.
Мгновением. Пока есть такая возможность. Пока троллейбус по ноге не проехал. Или бомба не свалилась на голову. С завтрашнего дня может и не быть. Да. Вот, обручальное кольцо. Благодарю. Свидетель. Великий хиромант. Прошу учесть этот факт. Ты хочешь выкинуть меня на улицу и привести другую женщину, я правильно поняла? Да, правильно. Нет, у меня есть тоже факт для свидетеля. Курт, вот этот человек, преступник, он хотел убить меня. У тебя нет свидетелей. Ты говорил с Юдив? Да. О, боже! Боже! Кончено! Крепость пала! Противник может отступить! Слишком заслуженный. Срок 10 минут. Ты сейчас один дома. Вообще ничего не интересно. Я никогда не любила тебя, ничтожный червяк. Пойдем посидим где-нибудь, когда кончится спектакль. Тихо, не мешай. Эй, вы что, с ума сошли? Спасите! Его выгонят. Мне очень нравится Стринберг. Если твой старик не поможет... Я поняла, обсудим это позже. Не действует? А я уже весь горю. И чтобы расслабиться, я... Черт побери, невозможно работать! Что за дурацкие импровизации? Вечно в этом месте гаснет свет! Аудриус, в чем дело? У тебя кто-то посторонний? Ну что вы, это так случайно получилось, здесь никого нет. И сам не знаю, вдруг раз и все. Пульт, наверное, вырубился. Сейчас посмотрю одну секунду. Он парень стоящий. Жалко, если вылетит из института. Ух ты! Для него это будет настоящей трагедией. И чему ты там учишься? Если твой отец не поможет, его точно исключат. Ах, вот почему вы пригласили меня в театр. Не чаем угощаем? Ты что? А вот здесь живет Рута. Может, зайдем и сразу решим все проблемы Томаса. Это идея. Стоит подумать. Только не сегодня. Сегодня мы наверняка ничего не решим. Я должна сейчас уехать в лабораторию к отцу. Ну хорошо, а когда? Ну вот, приоденешься, галстук, костюм, тогда милости прошу. Бай-бай. А мы погуляем еще? Да нет уж. Добрый день. Добрый день. Простите, мне нужна Рута. Рута, извините, а кто это? Такая симпатичная девушка. Верю, что симпатичная, но девушки Руты у нас нет. Рута Нарвилайте, дочь профессора. Дочери тем более. У нас вообще нет детей. Я жена профессора. Извините. Ничего не понимаю, хоть убей. Ерунда какая-то. Идем к Аукси. Не ищите ее. Но я погибаю. Если и найдешь, это тебя не спасет. Все равно надо решать, так или иначе. В общем-то, наверное, ты прав. Нам тянуть нельзя. Да, долго так продолжаться не может. Вы найдете ее на Жильвичу 3 в детском доме или на Тилту 15. А что она там делает? Но я вам ничего не говорила. А при чем тут профессор? Он кто, и дядя, однофамилец? Что ты молчишь? Нарвила здесь живет? Здесь, здесь, здесь. Заходи. Давно поджидаем. Йонис с утра тут. Думали, уж не придешь. Проходи, Владос.
У нас тут маленький беспорядок. Садись, гостем будешь. Ну, доставай. Что? Доставать? Как что? Ты принес? Это не Владис. Как? А кто же ты? Линус. Мне нужна Рута. Она дома? А где Владис? А кто ты, Рути? Я ее друг. Друг. Учитесь вместе? Я учусь в институте. В институте? А зачем тебе Рута? Нужна. Где она? Свататься пришел. Может и так. Йонис, выглянь. Небось, Владис заплутался. Хорошо, профессор. Ты серьезно говоришь, парень? Или так дурака валяешь? Оставь, ну его. Я хочу знать, договорились они уже или так просто? Во-во. О. Не договорились еще, но как круто. Что? Иди. Не пойму я что-то, сговорились или нет? Не окончательно. Так, может, надо, хочешь, не хочешь? Нет, так не надо. Позовите, пожалуйста, Руту. О, не торопись, не торопись, студент, успеется. Ой, где этот Йонис застрял? Мать, посмотри, вдруг дверь захлопнулась. Вот, сынок, видишь, как у нас смешно вышло? Я тебя за Владиса принял, одного моего друга. Так, имя свое ты мне уже назвал, имя хорошее. А фамилия твоя как будет? Томонис. Ага. Пранос Нарвилас. Томонис, Томонис. Был такой машинист у нас в депо, не твой отец случайно? Нет, профессор. Мы что, знакомы? Да нет. Садись, садись. Хоть и не машинист, надо бы познакомиться. Правда, с деньгами у нас туговато. Салямута жена моя сильно хворает. Ах, почти все на лекарства уходит. Слушай, а не могут твои родители подсобить после и сочлись бы? Подсобим. Мой отец не профессор, но... Ой, куда это Йонис пропал? А насчет жилья что думаете? У нас, сам видишь, не больно-то. А что поделаешь, так уж вышло. Была прекрасная двухкомнатная квартира, но здесь воздух для Соломуты полезнее. А то бы погодили чуток, пока школу закончит. Я не против, она совершеннолетняя, но лучше пусть бы закончила. Вот, наконец-то Йонис явился. Поживают верблюды. Что? Кондиционер установили? Владиса нигде нет. Так круто в детском доме, на работе. На работе. Сегодня, кажется, моя очередь. А помнишь, Прунцы, как ты в первый раз пришел ко мне в буфет? В черной шляпе, на руке зонтик. Шляпу приподнял и сказал: милая барышня, примите эти цветы. И заодно мою жизнь. Не пренебрегайте. А потом... подарил 20 роз. Ровно столько, сколько мне было тогда лет. До свидания.
Подожди. Не говорите Рути, что я был здесь. Ты это... Дай рублик в долг. Не бойся, не скажу. А ты... Буду молчать, не бойся. Не можешь мне еще? Ну, два дать. Будь спокоен. Рута ничего не узнает. Дочка! Проректор! Радуешься, что в ноябре в армию? Раньше. Досрочно попрошусь. Сам пойдешь? Сам, а что? Слушай, Томас, а я даже рад, что малышка не из того особняка. Это замечательно. Я серьезно. Я серьезно. Ну и как теперь жить будем? Как жить будем? Здравствуй. Здравствуй, малышка. Ты что такой? Какой? Наверное, двойку схватил. Угу. Я тоже. Вечер был очень суматошный. Этих зверушек и покормить надо, и помыть. Эксперименты. Дома заниматься трудно, вечно толкутся сотрудники отца. Спорят, доказывают, решают какие-то проблемы. Никакой уверенности ни в чем. Хотя нет, одно я знаю твердо, что буду зоологом. Махнем на природу. Thank you.
что мы тут стоим? Это моя мечта. А я? Ты. Ты реальность. Идти. Ты меня прости, пожалуйста. У меня дежурство. Я провожу. Хорошо? А где ты готовишь уроки? Здесь. Часто приходится, трудновато. А иногда бывает ничего, я могу даже заниматься. Да, нелегко тебе. Я привыкла. Хожу в библиотеку, в читальный зал. Там все успеваю сделать. Дома, сам знаешь. Ты же видел. Но только ты не думай, что эти мои фантазии из тщеславия. Мне действительно нравится зоология. Я обязательно буду зоологом. Смешно сказать, но мне даже по ночам снится, что я профессор зоологии. Просто какая-то идея фикс. Ну, хватит. Уходи. Здесь нельзя находиться посторонним. Считай, что все, что произошло, было шуткой. Малышка. О чем ты говоришь? Скорей, мать ждет. А отец дома? Он тоже будет? Отец у меня что надо? Мама немного странная, но ты все время поддакивай ей и улыбайся. А какие торты она печет? Хотя ты сладкого не ешь. Видеть не могу. А что же ты здесь остановилась? Ты еще долго будешь расти? Что? Прости, говорю, не надоело? Надоело, я уже за рог давал. Да что-то не получается. Нагнись, что-то скажу. Идем. Нет. Не бойся. Если тебе покажется что-нибудь не так, сразу смоемся. Договорились? Ну же, смелее. Смелее. Завтра, по данным гидромедцентра... Здравствуйте, девушка. Проходите. Здравствуйте. Леопольд, у нас гости. Прошу вас, располагайтесь.
На Украине 18-23, на курортах Крыма 23-25, температура воды 21. Привет. Мне снять туфли? В Молдавии 20-25. Ну что ты, малышка? В Грузии 25-30 градусов, кратковременные дожди. Добрый вечер, Леопольда Стамоймс. Будем ужинать, мамуля? Никакая я тебе не мамуля. Года, подай отцу минеральную воду. Вам чай или кофе? Да. Мамуля, я читал, что вечером кофе. Да, да, Леопольд. Мы с Лаурой выпьем... вермута. А вам что налить? Ничего она не пьет. Сейчас. Сколько сахара? Ну, что ты молчишь? Одна, две. Не стесняйся, наш Анужис говорит, что сахар полезен для мозга. Кому Анужис, а для тебя он директор школы. Всякое бывает. Для одного алкоголь просто удовольствие, а для другого как болезнь. Так скрутит, что белый свет в глазах меркнет. Все от человека зависит. Клади, клади сахар, сестрица. Тебе он точно не повредит. Я вам налью капельку. Я, кажется, сказал, отец. Она не пьет вина. Только французский коньяк. У тебя же его нет? Когда у моего отца собираются друзья, мама всегда... Насколько я знаю, у профессора Нарвилоса нет детей. Я маме рассказал. Я все-таки налью, а там как хотите. Наливайте, наливайте. Это вермут, 2,70 стоит. Я его обожаю. Но, признаться, не всегда могу себе позволить. Вы понимаете? Тогда другой вход идет подешевле. Эретти. Столовая, знаете? Оно для пищеварения очень полезно. Как оно называется? Леопольд. Эретти. А еще лучше иностранный агдам. У нас его делают из гнилых фруктов и даже из табуреток. А они из ягод, из этих, как их, из винограда. А, разбился. Рекомендую также абрикосовый аромат. И вкусный, и дешевый, и к тому же запах обалденный. Нам, женщинам, вообще кайф, никакой парфюмерии не нужно. А прокинешь рюмочку и идешь на танцы. Успех имеешь стопроцентный. И чувствуешь себя раскованнее. В наше время по-другому веселились. Мы, бывало, собирались, пели. А вы? Мы? Петь? Да что вы. Мы танцы предпочитаем. Там мальчики. А где еще тебе парня найдешь? И с Линусом мы так познакомились, да? Неужели? Боится признаваться. И часто вы ходите на эти танцы, девушка? Конечно, очень. Уже с 12 лет я не могу ни одного дня прожить без танцев. Леопольд, ты, кажется, хотел починить вешалку. Как это все? А где же горячее? Хватит, идем отсюда. Моего отца, не профессора Нарвилоса, всегда подают. Горячего не будет, милочка. Ах, не будет? Не понравилось, выходит. Решили, наверное, что я держусь. Хочу окрутить вашего сыночка. Не беспокойтесь, я на него не посягаю. Я вообще никогда замуж не выйду. Не нужен мне никакой муж. Бегать за ним, носки его стирать, вонючие, ублажать. Искать, не дрыхнет ли он случайно в какой-нибудь подворотне. А если уж и выйду, то не за такого мальчика. Мне больше усатые мужчины нравятся. Чтоб щекотало, когда целуешься. Дошло? Спасибо, было чудесно. Всего доброго.
Надеюсь, в нашем доме мы эту птичку больше не увидим. Очень благородно. Беги обратно. Ты еще не все рассказал обо мне своим родичам. На худой конец можешь ночевать здесь. Мне надо не ночевать, а жить где-то. Мать скандал закатила. Или она, или Рута. Ищем ему крышу. У Аукса нет комнаты на примете. У тебя сохранились негативы за январь? Почему за январь? Ну, в январе ты снимал одну. Должны быть. Я сейчас найду. Ой, стасяли с палец! Извини, я нечаянно. Там написано портреты Томаса. Мои? Почему? Такая система. Тут нет. О, нашел. Вот они. Иди, иди к Витасу, не слоняйся без дела. О, ого. Ты, оказывается, и это умеешь. Не знал. Здравствуйте. Здравствуйте, тетя Мара. Здравствуйте, здравствуйте. Вот, фотографии вам привезли. Спасибо, что не забыли. Ну, как можно, тетя Мара. Пока не все выставки объехали. Пока призы получали. Ой, боже мой, старая какая. Сами мастерите. Какая из меня мастерица. Так мы вам поможем, у нас тут один уникум есть. Все может, все умеет. Линос, а ну блесни. Кто, я? Не я же. Осторожно, крыльцо развалишь. А как насчет комнаты? А кому понадобилось? Линосу. Мастеру на все руки. Так ты, стало быть, бедный студент? Нет, механик. Работаю на судостроительном заводе. Да, работает. Ладно, живи. Мне не жалко. Но у меня строго. Девочек не приводить. Не приведет. Он не такой. У меня жена есть. Нет, пойдут дети. Куда их потом с детьми дену? Зачем ты вякнул? Надо хоть немножко соображать. Все равно не скроешь. Да иди. Ну, тетя Мара, пожалуйста. Вы же меня знаете. Разве я вас когда-нибудь подводил? Мы договоримся. Правда? Значит, уговор такой. Ты божишься, что не родишь никаких детей. И платишь вперед за год. Сколько? 360 рублей. Многовато заломило. Откуда их взять? Для нашей-то в итоге. Погрузим вагончики, недельку-другую и все. Ну как? А? А что делать? Доброе утро. Доброе, доброе. А где же твоя жена? Едет. Что-то долго едет. Mm.
Что, парень, некуда торопиться? Некуда. В смысле что-нибудь? Если в автомобильном двигателе разбираюсь, то, наверное, и тут разберусь. Ты временно? Или вправду решил научиться серьезному делу? Еще не решил. Линос, как ты думаешь? Неожиданности, всякие случайности заложены в судьбе. Ну, что ты болтаешь? А я уверен, что да. Жизнь, я думаю, сама по себе неожиданность. К тому же приятная. И когда страдаешь? Да, представь. А с девчонками ты все-таки лопух. С ихним братом как положено обращаться? Привел, вот твой дом, будешь жить здесь и никаких гвоздей. Жестко, уверенно. Закончит учебу, тогда и поговорим. Правильно мыслишь. Жди. Жди, пока Рута станет профессором. Нет, жизнь все-таки мудрая штука. Она испытывает человека. Ее не проведешь. Ну вот, тебе и объяснение всех твоих бед. Ой. Я перешел на вечернее отделение. На работу поступил по специальности. Комнату подыскал. Вот ключ. Печка есть, газ. Кругом сосны. Вода холодная в колонке. Не дворец, конечно, но не кладовка. Сгинь. Хватит, Рута, подожди. Это же глупо. Что ты капризничаешь? Все равно я не оставлю тебя в покое. Детский сад какой. Чем дольше ты будешь избегать меня, тем я буду настойчивее. Посмотрим. О, кто пожаловал к нам на выпускной бал? А, привет. Привет. Тромбоциты формируются из мегакариобластов, которые, как известно, по величине превосходят мегацитобласты. При их развитии ядро расширяется и сегментируется. В клетке размножается цитоплазма. Из нее формируются мегакариоциты. В цитоплазме последних появляются псевдоплазмы. От них отделяются тромбоциты, а это, как известно... Закончено. А теперь, друг, послушай. Все эти кариобласты и кариоциты... Она их вычитала в энциклопедии, вызубрила и шпарит, а ты слушаешь, уши развесила. Это же все трепотня для таких же болванов, как ты и я, не умеющих отличить медицину от зоологии. Стой.
удрать хотела. Отпусти, не трогай меня, слышишь? Тебе говорят. А это чья щетка вторая? Руты. Какой Руты? Одной девушки, малышки. У нее каштановые волосы и мужская рубашка в клетку. Ты иди принеси воды. Вот же она. Хорошо. Я могу говорить красиво и долго, но буду очень краток. Я хочу пожелать, когда у них родятся дети, то чтобы они, пусть они будут счастливы так же, как счастливы и мы. И пусть не знают войны, да, и не играют со спичками. Дети-то дети. А кто их воспитывать будет, интересно. Родят быстренько, и тут же сразу хоп, родителям подсунут, и не будут свои дитя. Выпей, может, вы не хочешь, так и не пей. И за зятя, и за себя. Ну, хоть рюмочку. Да нет, спасибо. Не пью, и знаете, даже не тянет. Миленький мой зятё, ты уж побереги дочку. Не обижай жену свою. Беру-то, другая дочка, ей было 3 годика. Мама, не надо. Я в магазин выскочила. Мама, я забыла, что окно открыто. Простить себе не могу. Ну, успокойся, не рассказывай. Она же одеялом укутана была. Может, сбросила во сне? Доктор хотел в больницу забрать, но я не дала. У меня была сестричка? Что на улице холодно, я не думала. Я думала, что... А, воспаление легких застудилось. Скоро вернусь. Дорогие гости, ну что же вы, закусывайте. Ну, молодежь, веселее, что вы скисли? А жить здесь будут? Здесь? Едешь, бывало, по узкой колейке, выскочишь из паровоза, разовьешься маленько, папироску иной раз выкуришь. И дальше поехал. На каком участке работал? Паркленой, Яунземе. Карплены? Да. Так я же там был инспектором по заготовкам. Молчу. Что-то ты больно веселый. Я говорю, прошусь добровольцем. Военком спрашивают, какие войска? Хочу, говорю, на подводную лодку. И все. Надо же. Столько лет в одном поезде ездили, а ни разу не встретились.
Да, Леопольда, такова жизнь. А теперь вот судьба свела неожиданно. Будешь и картошку чистить, и еду варить, и мыть окна, а я буду учиться. Так что готовься. Заноси, заноси. Так выше. На себя немножко, только тяжелый. О, стащились нога. Осторожно. Еще немножко. Все, ставьте. Ага. Куда его? Да пусть стоит, потом найдем место. Красный угол, красавец. Проходите, посидим немножко. Угощать будешь? Вот дачу построите, тогда и посидим. А это что, пустяк? Ну, братцы, пора еще и знать. Не будем мешать молодоженам. По коням. Стасялис. Как уже? Ну, ладно, пока. Спасибо. Спасибо. Не за что. Всего. Так вот, дорогой муженек, теперь нам нужны овощи. Огурцы, помидоры. Патиссоны. Да, конечно, обязательно. И фрукты. Ананасы, бананы, гранаты, кокосовые орехи. Сдачу отдашь мне. Так вот, женушка моя, я считаю, что с этим троглодитом ничего не случится, если он пока постоит пустым. У нас нет ни копейки. На счет в банке закрыли. Привет. Здорово, отец. Здравствуйте. О, купили холодильник. Замечательно. Нет, на прокат взяли. Садись. Как поживаете? Деньги у вас есть? А то помогу. Нет, спасибо, отец. Не надо. Ну, а мотоцикл? Чашку чая. О. Прошу. Я куплю, как обещал. Ну вот, теперь будет работать. Добро. Линас! Тебя к телефону. Подожди, я занят. Я могу подождать, а телефон не может. Скажи, что меня нет. Как это нет? Вот так, на танцы ушел. Придумай что-нибудь. Ну где ты? Просят подойти. Бегу, бегу. Я сейчас, быстро. Да, в чем дело? Ты меня слышишь? Да, конечно. Ты что? Моя мама умерла. Я не знаю, что делать. Сейчас приеду. Я узнаю. Мастер, что нужно делать, когда человек умер? О, прежде всего, сынок, нужны огромные деньги. Нельзя себя так изводить, Рута. Переоденься. Я договорился с капитаном баржи. Проводим Томаса до сборного пункта. Кто это твой яж придумал? Линус, его идея. Но мы же так не успеем. Не командуй, не тебя провожаем, а Томаса. А почему тебя из Клайпеды берут? Я же теперь не студент. Меня призывают по месту жительства. Ну, долго еще стоять? Стасялис, посади их.
Благодарю. Наконец. Привет, привет, други. Что так долго? Лина задержался. Работал. Что с нашим лайнером? Готов? Готов. Ну, как ты, малышка? Нормально. Капитан ждет нас через час. 65-й зарядил. Ты что, в трезвеннике записался? Нет, это тебе целая банка. Пей до отвала. Настоящее коровье молоко. Чтобы все 2 года чувствовал его вкус. Ах ты, благодетель. Нет, все-таки счастье людей портит. А что такое? Ничего. Поживем, как говорят, увидим. Ага. Ага. Придет и твой черед. А на сколько едем? На день-два, не больше. А почему бы и вам не расписаться, Томас? Знаешь, я не поеду. Как это не поедешь? Так. Подожди, подожди, не капризничай. Решили же. Что случилось? Витас, мы ждем. Да, мы терпеливо ждем. А ну, Ватага, не стыдно? Друга провожаем. Идем. Вставай. Идем, идем, идем. Сфотографируемся с воином. Становись сюда. Стасялись, ты сфотографировал. Защитничек. Отлично. Улыбочку прошу. Служи, береги наш покой. Ой! Скорей, скорей, скорей. Баба. Что пролетает мимо корабль на всех парусах? Годы человеческой жизни. Весна, лето, осень, зима. А ты что стоишь, Витас? Я плохо танцую. Ты все делаешь отлично. Я наткнулся у тебя на фотографии Аукса. Ну и что? Я несколько удивлен. Вы бывали вдвоем, когда она приходила? Да, я фотографировал ее. Но и ничего больше. Вы обо мне говорите? Я хочу жениться на ней. Валяй! Но я ухожу в армию. Валяй! Вы целовались, если это можно так назвать? На драку нарываешься? Жажду истины. Могу я вам чем-нибудь помочь? Он нашел у меня твои фотографии. И сильно разгневался. Не ожидал просто. Но, надеюсь, ему станет легче, если я скажу, что я его... Очень, очень, полежу немного. Я провожу. Нет, я сама. Как здесь вкусно пахнет. Попробуй.
Еще чего-то не хватает. А где Аукса? Аукса нас покинула. Как это покинула? А вот так. Оп, и нет ее. Между прочим, я могла и утонуть. Не могла. Ты же говорила, что лучше тебя плавает только рыба. Смотри-ка, а вдруг я тебе солгала? Если бы ты была Рутой, ну, той профессорской дочкой, тогда бы я тебе не поверил. А может, не стоит возвращаться туда? Я не взял свой рюкзак. Хочется навести лоск, как-никак новобранец. Там у меня рубашка, носки, бритва. Прощай нашего так. Ты уходишь в армию. Они поженились. Я остаюсь одна. Все кончено. Thank you.
Эй, братцы, письмо. Наконец-то. По этому поводу вам. Букет. Ой, какой. Цветочек. Привет, Линос. Привет, все. Покажи. Это я, Томас. Привет, Линос. Привет, все. Это я. Над моей головой тропическая ночь, а в каюте жара, 40 градусов. Зато воды хоть отбавляй. Честно говоря, не припомню, когда в последний раз видел солнце и небо. Но начинаю понимать, как они нам нужны. Ты правильно сделал, что продал мотоцикл. Велосипед полезен для здоровья. Как твой сынишка? Плавает по ночам. Молодец. Матросом будет. Не умею писать письма. Что бы еще накатать? Неужто я стану писать, что мне вас всех очень-очень-очень? Перуты, Стасялиса, Витаса и Аупса. Надеюсь, это останется между нами. Вижу, как они с твоей Рутой пьют чай. А тетя Мара развешивает пеленки. Но главное... Главное, не успеет еще растаять снег у вас во дворе, как я вернусь домой. И выпью настоящего коровьего молока. Мгновение, и снова мы вместе. Что пролетает мимо? Корабль на всех парусах. Годы человеческой жизни. Весна, осень, лето, зима. Atrás que passou lhe espremos O estar todo médio Vens que terá lentos Já com lhe granco Субтитры сделал DimaTorzok.